Сколько это примерно по финансам будет? Скажите, Марина, сколько сейчас стоит стандартный букет на 1 сентября? Ну, можно уложиться, в принципе, 1000, смотря какой он по размерам. А какие есть варианты? Варианты есть разные, у каждого свое предпочтение. Фигурные, есть композиции, а вот такие вот, допустим, вот горшочки. Очень много вариантов, коробки, стаканчики. Как презентом можно вот такой вот стаканчик. Он будет стоить в районе 500-600 рублей. Композиции стабилизированного цветочка. Этот цветочек, он настоящий, он пропитан глицерином. У него нету срока годности. Для учителя, знаете, вот так вот на стол, чтобы радовал целый год. В последнее время стало прям распространенно, берут по одному цветочку в очень большом количестве, то есть на одного ребенка по одному цветку, это либо роза, либо хризантема.